Жишь ли вот так душой? Ты не поняла? Я нет. Снова ты на мужик, мой вид упнём. Он стоит со злым лицом, хладнокровный, как камень. Будто секунду назад, но в морду хотел. Панду удушил голыми руками. Артак на кулаке, рубашка в полоску. Старухи у подъезда шепчут, если верить сплетням. Туда ты никогда и не был подростком. Родился сразу 40-летний. А я представляю его в 20 с небольшим. Он курит у окна с утра, веселый, зверушек. Чё будет делать, не решил. Между машин провожает взглядом диск-чак, мягкий платит горошек. Жаль, я тогда его не знаю. Я просто фотки старые нашел. И на них у пацана, что будет плохо. Всё во что бы то ни стало, будет хорошо. Всерьез уродни стало света. Свободные минуты развлечения никакого. Но может чисто поднимать посуды где-то. Либо с ней у тебя потребляться по приколу. Но батя, что ли, Новый год не снится молодым. Таким, знаешь, без усов и с голосом повыше. Че-то кричит, как раз поводы. Ага, как будто я слышу. А я ему в ответ потек, ну ты че остын? Столько лет прошло, че сразу орать? Если что не так, то там это прости. Но это ж сон, и я не слышу, нахера. Да купили, блин, на дачу поливочный шланг. Это ближе к лету, но кинул на окна и беседку. А если ты про заначку, так мать ее нашла. Говорит, все время было в курсе лычки за розеткой. После этого он ухмыляется чего-то. Мол, тогда вопросов нет, привет всем ребятам. Говорит, шел бы ты спать, завтра же на работу. Очень хочется надеяться, что у тебя там тихо. Сигарета, дымная ручка. На улице ждет лето, на заборе ждет получка. Принимай потери все получится, не важно где.